На Камчатке нашли тело одного из мужчин, которые вышли на катере 5 апреля в Авачинский залив и не вернулись домой. Его обнаружили в среду вечером. Тело мужчины в спасательном жилете обнаружил экипаж одного из рыболовных сейнеров, который был сориентирован на попутный поезд. Его обнаружили в акватории Авачинского залива в 20 километрах юго-восточнее от входа в Авачинскую бухту и в 10 километрах от береговой линии на траверзе мыса Опасный. Хочу отметить, что точка, в которой было обнаружено тело, находится намного южнее, чем проводилась поисковая операция. Поиски велись в северном направлении, в сторону Налычева. Как сообщили масс-медиа-ньюс в пресс-службе камчатской полиции, тело уже опознали родственники. В ведомстве подтвердили, что погибшим является один из мужчин, находившийся на борту пропавшего катера. 12 апреля на траверсе мыса Опасной Авачинской бухты экипаж теплохода «Вилючинский» обнаружил тело 36-летнего пропавшего без вести Морозова Дмитрия Вячеславовича. Вместе со своим знакомым Стоцким Русланом они вышли в море в конце прошлой недели, и до вчерашнего дня о их судьбе не было известно ничего. Родственники опознали погибшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Напомним, 5 апреля двое камчатцев вышли на катере «Ямаха» в Авачинский залив, несмотря на то, что навигация для маломерного флота еще не открыта. Когда мужчины перестали выходить на связь, их родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям. Их искали более 300 человек, как на земле, так и с воздуха. Были обследованы тысячи квадратных километров. После этого случая в крае стартовала масштабная информационно-профилактическая кампания по предупреждению несчастных случаев на воде.